Мы приехали в наш следующий отель. Встречает наш царевна лягушка. Теперь уже в шотландском высокогорье. Заходим. Такой холл. Очень все продумано. Зонтики, шляпы, кому что надо. Проходим. Тут еще один такой зал. Тут что-то можно приобрести. Похоже, что это ручная работа. Там напротив зал, там завтрак. Мы когда приехали, свет был включен. Сейчас уже не пойду, не буду включать, потому что, я не знаю, неудобно. И вот наша комната. Заходим. Везде характерные коровы Шотландии. Сегодня мы видели одну, не одну, а несколько. Я сняла там видео и фото. Завтра тут у них своя еще есть такая. Должно быть на поле, посмотрим. Ну вот так вот. Тут нас встретили, хозяйка встретила. Она говорит, ну давайте располагайтесь. Мы говорим, не-не-не, мы типа сейчас должны ехать еще в магазин. Она говорит, так что вы хотите? Мы сейчас вам быстренько, мы всегда предлагаем гостей, мы не можем продавать, но мы предлагаем гостям, что выпить. Налила. Аркадий не мог ехать, то она говорит, что хотите шампанского, вина, что хотите. Ну, я, конечно, сказала, что надо виски. Она предложила сама виски. Я говорю, да, хорошо, виски. Аркадию дали безалкогольное пиво, потому что он ехал. Чипсы. Мелочь, но приятно. И вот тут тоже есть все для чая, кофе, вода и ванная комната. Небольшая, но тоже вот все принадлежности, все есть. Душ. Ну вот как-то так.